она мне все, мало зарабатываешь, но ведь счастье же не в деньгах, ну, не в этих шубах, в этих украшениях, счастье же в другом, счастье в детях, в семье, чтобы все здоровые были, а она мне все тыркает, вон, посмотри, Сидоровы новую мебель купили, да, а летом в Турцию собираются, ну, разве это главное, разве в этом счастье? Мужчина, извините, конечно, что я вас прерываю. И вы определились с номером? А то люди ждут. Вот так вот всегда. Да ваше главное в этой бумажке, бюрократия, а на душу человеческую вам наплевать. Здравствуйте. У вас бронь? Роддом? Да. Роженицу примите. Здрасте. Пробки. Как-то у нас так получилось. Девушка, девушка, можно вас на секунду? Можно? Да. Это то, что надо. Девушка, пожалуйста, побыстрее. Михалыч, а ты ничего не перепутал? Да нет, вроде. Все как вот в народе говорят, что русскому хорошо, немцу смерть. А че он тогда не дохнет? А может, ему тушенки принести? О, я. Тушенка, я. Натюрлих. Тушенка. Дать не. Не. Тушенка. Натюрлих. Давай. Дорогой, да? Я хочу сообщить тебе радостную новость. Ну? Я беременна. Да ладно! Официант! Шампанского! Прекрасно! Нет, лучше вина самого дорогого! Великолепно! Я просто хочу, чтобы у тебя последние воспоминания обо мне остались самыми прекрасными. И коли хочешь... Mm-hmm.
Доброе утро, милая. Доброе. А ты кто? Ты вчера напилась. У тебя не было документов. Я предложил тебе пойти ко мне. А ты предложил мне пойти к тебе. Ну, вот так, собственно, все и произошло у нас. Я Эдик. Ой. Ну, ладно, пойду я. То, наверное, ребята в управлении волнуются. Угу. Да и время уже. О, 12 часов. Угу. Ну что, на ужин приходить? Ну, что ж тут поделаешь-то? На нет, как говорится, и суда нет. Ена! Ен! Сходи в магазин и купи вина, икры и фруктов. Запомнил? Вина, икры и фруктов. Хорошо, схожу. Зачем на улицу орать? А чтоб все знали, что мы можем себе это позволить. Вино, икру и фрукты. Ладно. Говори, что ты хочешь? Мороженое и шоколадку. Ты сам сказал. Дайте нам, пожалуйста, мороженое и шоколадку. К сожалению, у нас этого нет. Вот видишь, сынок. У них нет ни мороженого, ни шоколадки. Ну, что-нибудь другое хочешь? Тогда жвачку. Угу. Ну, ты сам сказал. Тогда дайте нам жвачку. Жвачки у нас тоже нет. Вот так вот, сынуля. Жвачки у них тоже нет. Может быть, что-нибудь еще хочешь? Больше ничего я не хочу. Ну, как знаешь. Я исполнил все, что ты просил. Теперь папа себе возьмет. Дайте мне, пожалуйста, мотылет для прикормки. Угу. И живца немного, штучек 10. Хорошо, одну минуточку. Так. Ой, хорошо. Ой, хорошо-то как. Ой, класс. Ой, хорошо. Ты за муравейника, да теперь я. Ой. Класс. Ой. Можно? Да. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Знаете, вы должны мне помочь. Мне абсолютно не везет женщина. Да вы успокойтесь, голубчик, успокойтесь. Вы присядьте на диванчик. Ага. И постарайтесь просто расслабиться. А. Значит, вы говорите, вам не везет с женщиной. Вы знаете, катастрофически. Они меня просто все бросают. Расслабьтесь, закройте глаза и слушайте только мой голос. Постараемся углубиться в ваше подсознание, понять причину вашей проблемы. Может быть, подсознательно вы сами отталкиваете женщин. Может быть, вам просто неприятно быть рядом с женщиной. Может быть, вам нужно нечто другое. Ну, нет, так нет.
Привет, дорогой. Привет. Извини, что задержалась на работе. Это ничего страшного. Милый мой, ненаглядный мой, поздравляю тебя с днем рождения. Это тебе. Спасибо. Какая чудная рубашка. Пойдем в ресторан. Да подожди, ты сначала прими рубашку, потом в ресторан. Ну, я вижу, она мне подойдет. Пойдем. Нет, нет, ну, одень прямо сейчас. Ну, что ты так волнуешься? Ну, если она тебе не подойдет, я же ее мужу отдам. Да, точно. Ну, потом в ресторан. Ну, конечно, милый. Конечно, красавица, садись. Да, спасибо вам большое. Курск! Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Кто там следующий? Вам куда? До Брянска. До Брянска будет рублей 500. Ага. Спрячьтесь. Алло, алло, Светочка, привет, привет, это я, Витька Бакин. Ага, да как ты, да? И у меня тоже все нормально. Слушай, я тут проездом на 2 дня в Москве. Может, встретимся сегодня, а посидим? Не можешь, да? Ну ладно, ладно, давай, ага, ага. Алло, Наталья, привет. Это я, Витька Бакин. А? Узнала? Да, сколько лет, сколько зим. Вот. Слушай, я тут проездом на 2 дня в Москве. Ага. Может, сегодня встретимся, посидим. Муж запрещает, да? Ну ладно, ладно, да. Ну давай, давай. Да. Мужчина, ну сколько можно? Вы уже 2 часа здесь стоите. Вы определились, какой вам номер? Одноместный или для молодоженов? Сейчас, сейчас, девушка, сейчас, сейчас. Определяюсь. Ага. Алло, Елизавета. Елизавета, привет. Это я, Витька Бакин. Дорогая, выходи за меня замуж.
кофе, сок. Чай, кофе, сок. Девушка, можно вас? Да, чай, кофе, сок. Да нет, спасибо. Мне бы лучше пивка холодного. Пивка холодненького. С утра, значит, пиво квасить начинаешь, а к вечеру уже лыка вязать не будешь, алкоголик проклятый. Все деньги пропиваешь. А о жене с детьми ты подумал? Ты когда последний раз жене цветы покупал, а? Пьянь ты подзаборная. Девушка, вы что себе позволяете? Я вообще жаловаться буду. Ой. Ой. Простите, пожалуйста, сорвалось. Вы понимаете, я уже почти месяц дома не была. Так по мужу соскучилась. А вот ваше пиво холодненькое. Пожалуйста. Спасибо. Возьмите. Ага. Готовим мелочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я у вас покупал ружье на прошлой неделе. А, да, помню, помню, как же. Это же ваше первое ружье, да? Да. Первая охота. Как я вам завидую. Ну, как все прошло? Рассказывайте. Рассказывайте. Ружье не подвело? Нет, что вы оказались правы. Ружье просто прелесть. Я и утку им бил, и зайца бил. Знаете, даже медведя завалил. Значит, вы довольны? Очень. Дело в том, что я встретил опытных охотников, и они сказали, что с патронами все было бы быстрее и проще. Вот я, собственно, за патронами и пришел. А, ну да. Нет, Таня, я больше здесь не могу. Я тоже. Вообще, что это такое? Может, пойдем в другое место? Пойдем. Давно пора. Дорогие друзья, дорогие коллеги, сегодня ровно 6 лет, как мы работаем вместе. За эти годы наш бизнес пережил разные времена. В условиях сложной рыночной ситуации, высокой конкуренции и нестабильной финансовой обстановки нам удалось не только удержаться на плаву, но сделать наш бизнес более прибыльным и стабильным. Извините, надо ответить. Клиенты превыше всего. Да. Да. Управление по борьбе с наркотиками слушает. Сколько? 3 килограмма. Хорошо. Называйте адрес. Вау! Ну что, дорогая, тебе понравилось? Да. А тебе? Ну, мне очень понравилось. Извините. Но вы приняли решение? А, да, да, эта квартира нас устраивает. Давайте подписывать договор аренды. Ай, молодая красивая, дай ручку, все скажу, ничего не утаю. Дай ручку, красавица, все скажу. Ай, яхонтовая моя, вижу, нужна тебе коррекция ногтей. Но чтоб не была твоя дорога дальняя, вот телефончик тебе. Салон тут недалеко. По схеме иди, Тамару спроси. Цены невысокие, качество отменное. Рекомендую. Спасибо. Иди, красавица, спасибо. Иди.
молодая красивая, дай ручку, всю правду скажу, ничего. Молодая красивая. Кто там? НКВД. Гражданин. Товарищ Сталин. Что же это вы, товарищи, так поздно по квартирам шляетесь? Это квартира номер 48? Нет, 49. Извините. Ничего, ничего. С каждым бывает. А второй? Как-то так.